Всех привет и приятного просмотра. Сегодня будем кататься по Eurotruck симулятору. У нас сегодня такой товар. Это лимонад 23 тонны. Езды нам 528 километров за 820 минут, как тут написано. Ну там я, походу, делал опять дорогу, выбрал чудесную, прекрасную дорогу, которую будем вилять и наслаждаться и этой поездкой, можно так сказать. Я постараюсь на эту неделю записать, на всю неделю. Поверните. Получается, Eurotruck симулятор, American Truck, у меня две серии вышли, всего лишь получилось так. Такие дела. Ну, посмотрим, что будет. Сейчас съедете. Конечно, он сам мне влетел, а я виноват в этом. 400 фунтов просто, фунтов, евро улетело у нас. Внимание. За то, что он виноват, а не я. Очуменно просто. Так, ущерб 3% к нашей машине. Отсюда уже потихонечку выезжать. Ну, конечно, мы тут не все области открыли. У нас много чего тут еще где-то есть. Но это потом как-нибудь попозже. О, зелененький. Погнали. Нарушаем, нарушаем. Скорость нарушаем. О, пункт назначения вспомним. Вот это машина. Хорошее кино. Я сам последний не смотрел. Самый последний через интернет, что ли, какое-то у них там значение было. Внимание, следите за скоростью. Нам дает 90 км в час, но при этом тут такие дороги, что тут временами не сам не разгонишься. Впереди они как раз нас и ждут. Дороги надо чутка на встречку выскочить. Ёб твою мать, откуда там? Кто там? 5000? 5000? 5000 улетело. Очуметь просто. 5000 улетело. Привез мне чувак. 5000. 4000 чем-то. И 5000 его улетели. Очуметь, вот это я, блин, попался. Очуметь просто. Так, такими темпами копить, конечно. Мне просто Евротрак больше не везет, почему, не знаю, чем Америка Трак. Будем копить, значит, как-нибудь. Может, тут не везет на эту местность. Мы отсюда потихонечку, думаю, будем уезжать. Вон нам 90 тысяч надо накопить на Мерседес. И еще два Мерседес купить. Потом еще одну машину откупить, а этот ко мне в гараж перетащить. Чтобы все были одинаковыми машинами. Вот так сказать. Вот тут 30 было, из-за этого такая фигня. И, наверное, мне прописали 5000. Но там наш это еще не прав, может быть. Все равно же. Вот из-за этой такая ситуация и вышла, блин. Ну, прям повезло. Сказать.
мы продолжаем свое движение дальше. Нам еще 7 часов ехать. Мы приедем в 9 утра, как обещают, ну 10 примерно, я думаю, даже больше 10. Может, 10 с чем-то приедем. Какая тут дорога? Зависит от дороги. Скорее всего, тут дорога, вот эта волна. Я люблю кататься здесь, да? По этой дороге волна. А сколько у нас вообще? 29.81. Так, я не посмотрел дорогу, ну ладно. 29.81 у нас. Не прокачано, а то, что... Так, хорошо, едем. Пока никто не мешает. Да, вот она, волна начинается. Впереди волна начинается, замечательно просто. Как я и мечтал в этой дороге ездить. Разрешать 90 км в час. Представьте себе, 90 км в час на этом повороте. Особенно такой машины, как у меня в данный момент в игре. В реальной жизни это просто нереально. Как сейчас я поворачиваю, я вообще на встречку выехал. Это я еще выехал 30 км в час. А что было бы 90? Я улетел в космос, знаете, образно. Город у нас, я вижу. Внимание, следите за скоростью. Кому-то лимонад захотелось. Внимание, следите за скоростью. Здесь, а тут товары. Есть, да, тут есть обзор товаров появился, да, какие товары куда, может быть, какие-то города и товары можно привозить. Точнее, в этом городе только такие товары туда отвозят. Не может быть так, в одном городе все товары быть вообще абсолютно, и ты можешь их выбрать и поехать на них. Я все-таки тут за этим товаром в другой соседний город съездил. Внимание. 79 километров я проехал без груза-то. Какие дела. А что мне тут раз не показывало? Это... Внимание, следите за скоростью. Все. Разрешаю 90, это река, я так понимаю, да. Ну, может, утром здесь фотографируется прекрасно. Но сейчас нет. Ночью ничего не видно. Я не понимаю, кто здесь кого должен пропускать. Здесь я вижу вступи дорогу у него, а не у меня. А у меня тоже я не видел его, когда там его перед автобусом. О, кто-то прибыль притащил. И уровень получил, но при этом прибыль я не видел. Там копейки, наверное, молодой какой-то, может, да. Который мы наняли на Мерседес нашим. Который починил Мерседес, только проехал. Ха. Замечательно просто. Ну, 5000 потеряли, это было уже столько. Трактор тащит. Чё, прям можно тут 90, тут же дешевые дома. А, не 50, а почему где-то всё там 90, 50 сразу так резко. Чё, странно, как это сделано, нафиг это надо, сразу делаю 50 здесь в игре и всё. Реально, если может так и есть оно, но здесь-то зачем? Со мной ты в реальной жизни, скорее всего, проедешь
50 км в час примерно, если не нарушать. Да, вот она, волна. Волны пойдут сейчас. Наши любимые волны. Классный этот звук поворотника. Как сам по нему задеть прицепом. Тут 50-90, да? О, да, самый раз. И волн только и ездить нам. 90 км в час. А, 50. Ха. Но все равно даже 50. Многовато. Я чувствую. Так, хорошо, едем. Прекрасно едем. Внимание, следите за скоростью. Чем-то дольше, наверное, едем, потому что тут эти ограничения такие большие и волнистая дорога. Все, я надеюсь, больше их не будет. Волнистой дороги-то у нас. Давай 90 и мы поехали. Интерстанция какая-то здесь у нас. Давай, внимание, следите за скоростью. О, еще один доход, 656, спасибо вам большое. Конечно, это не 4000, которые я штрафанул себя, не заметил. Там чуть 30 надо ехать, потом 50 не особо много возьмет, а тут 5000 прям пролетело. И откуда он там взялся, без понятия просто. Вот такие дела у нас произошли. Внимание, следите за скоростью. Очень стрёмный парень. Все еще 5000 присобачу нам. Неохота терять минус в этой серии. Так минус большой потеряли. Я главный. Обойдете сейчас, что влежите меня еще, блин. На кольце первый снег. Сейчас съедьте. Ну,
Да. Хорошо затормозил он. Это поезд едет рядом. Видно. По левой стороне такие звук оттуда был. Музыка погода начинает тормозить, сейчас будем разгон, да, делать. Держитесь правее, затем поверните направо. Все, стоим в светофоре. Походу, мы тут долго будем стоять. Поехали. Успеем, не успеем, поверните, я не знаю. Но если тот тормозить не стал бы, наверное, успели бы. Успеваем. Проехали. А, это вся наша полоса, понятно. Хорошо сделано. Ну что, уже светло становится. 5 часов утра. Пора вставать на работу уже почти. Многие встают в такое время на работу. Внимание, следите за скоростью. Блин, красный вид, особенно облака. Поселок какие-нибудь получается. Ремонтная здесь, даже можно починиться и закатить. Особо хочу я. А это дорога. Нет, эта дорога никуда не придет тебе. Дорогу можно сократить чутка. А как тут сокращать, если тут таких дорог особо нету, это раз. Переезд. Только сейчас спускаешься ты, очуметь просто. Ну чё, где ты? А, вот ты едешь. За это время я мог проехать. Очуметь, за это время мог проехать спокойно. Но тут знак, на самом деле, запрещающий нам это делать. Дорога очень плохо. Ремонт где-то там находится. Ну тут можно заезд сделать, но мне неохота заморачиваться всем делом. Мы уедем сразу на дело. Точнее, на свое назначение. Так, машинка, мне сюда надо, слышишь? Пропусти меня. Что-то флаги какие-то пиздец. Что, не просто типа флаг. И все. Сейчас пропадет.
Все, пропал, едем. Только мы недалеко поедем. Тут лековочи тупят. Пострашно. В чем проблема? Тут лековые будут тупить. Сейчас. Внимание, следите за скоростью. Радар стоит, папа. Вот он мне, когда можешь штрафовать, у меня там уже машин не было. Школа что ли какая-то? А может да. Да я дальнобойщик. Я фур. Простите. Чё-то сдевался, простите, сдевался. Чё-то. Куда тут разгоняться, тут каждый поселок. Внимание, следите за скоростью. Церковь прикольная. Ну что, поехали, значит? Разгоняемся. Ну, куда не надо, разгоняешься быстро. Куда надо, и нифига разгонишься. Что делаете ты, дураки? Сюда мы не ездили, попадем, да? Тут мы будем открывать дорогу. Точнее, исследовать ее. Ты хочешь на встречку что-то не считается? Может, сейчас засчитать будет? Да, сейчас буду считать. Начинается любимая музыка. Очень частая на самом деле. И дождь опять начинается. Да вов, там блин, особо нет туч. Откуда он там идет-то? Понятно, он привез, но обратно будет стоить деньги, да? Сколько? 352, короче, привез, и обратно нету денег. Как еще иметь просто? Один гараж в данный момент пойдет в минус, да? А пока он обратно доедет, блин, там уже... Блин, тоже потратится небольшая, не маленькая. Вообще, вот такое никогда в жизни не делайте, в реальной жизни. Это полное нарушение. Вы даже куда-то торопитесь. Какое происшествие? Он сам меня улетел.
6 какой-то началось, блин. Я, короче, 15 тысяч зашел примерно так, а 15 тысяч до момента и останусь, да? Все штуки и деньги у меня, мои эти работники сработали, они пойдут на штрафы и все остальное. Очуми просто. Вот это, блин, мне повезло просто. Просто кайф один от этого. Я получаю. Не помню, это дубль 2, что ли? Это они чутка измененные были. Без понятия, что тут творится. Но при этом мы осталось нам 2 километра, 2 километра, блин, 2 часа ехать. Это не слишком уже много. Готов уже повороты направо. Вот мы здесь приехали. Город направо. Едем спокойно. Пока нормально вошли. Готовы. Хорошо вошли, слава богу, никого не было. За ремонт дороги так они сделали. Блин, опять поселки они. Внимание, о, что-то открыли мы. Очумить просто. А что, осталось 42 километра, то ехать, а сам тут фигня. Мы
слишком сильно нарушаем. Мы вообще приехали. Следите за скоростью. Внимание, следите за скоростью. Нормальная скорость, что там следить-то за ней? Задрали уже. Внимание, следите за скоростью. Приготовьтесь к повороту налево. Нормально, вошли. Так, давайте чуть-чуть дворники посерьезнее, хотел сказать, посильнее включим. Что они у нас работают, и на вот туман и все остальное. Чего они так не показали нам? Агентство, может, какое-то время. Наверное, какое-то агентство так можно сказать. О, вижу уже станцию назначения нашу. Мы почти уже приехали. Это просто замечательно. Внимание, следите за скоростью. Не бегайте мне на дороге, пожалуйста. Внимание, следите за скоростью. Поверните на него. Я думаю, сейчас будет чудо. Просто думал уже об этом. А чуми просто. Я думаю, ё-моё, попался я с этим. Это так, что ли, надо делать? А что такое, блин, какой-то непонятный вообще поворот? Странно все сделано. Вот это туман. Шумить просто. На кольце первый съезд. Сейчас съедьте. И гремит еще, не только туман, что дождь, ливень гремит. Отшумить просто. Вот эта погодка сегодня. У нас получился Евротрак симулятор. Мы приехали уже почти. Нормально, нормально, вошли. Вообще никого нету.
не так не кажется, а то, что это туманный слишком. Вот и мы приехали, открываем этот город как раз заодно. Здесь мне никто не увидит, как я так вот поеду. Так, да интересно, карта 29.97, не, мы здесь не откроем оставшийся процент, так 30% так не добились мы. Очевидно просто. Следите за скоростью. Держитесь левее, затем поверните налево. Здесь нам налево. Поверните налево. Ой, блин, встали здесь, а. Спасибо вам, что пропускаете, ну как стали странно. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Даже это что такое? А что мне случилось-то? Почему он цвет поменял? Где мои топливо? Это я знаю. Мне топливо надо знать сколько. Осталось. Да должно менять. А у меня и какой-то фигня там происходит. Непонятно. Ладно, пусть не будем заморачиваться. Какая-то непонятная машина для меня вообще. Типа неисправный код двигатель, что ли? Точнее, не двигатель, это что-то там неисправлено. Вот мы зарабатываем чутка денежку, все остальное. Я прям так и останусь здесь, я не буду заморачиваться прям вот таким видом. Ну что, господа, всем удачи, всем пока, увидимся в следующей серии других прохождений. Всем удачи вам и пока еще раз.